бразильская система идентификации личности на блокчейне. Как сообщает IBTimes.co.uk, бразильское министерство планирования бюджета и управления налаживает партнерские отношения с компьютерным гигантом Microsoft и блокчейн-стартапом Consensus для разработки тестового приложения блокчейн-идентификации, которое будет использовать Uport-систему. Uport – это самоуправляющаяся система идентификации на эфириуме, позволяющая человеку полностью контролировать поток личной информации. Министерство будет использовать приложение для проверки легитимности личных документов. По заявлению главы Министерства информации Адрианы Медейрос Мело, этот проект позволит изучить возможности технологии блокчейн и поможет создать новую модель доверия между правительством и обществом.